Всем привет, Лизка, вылезай. Привет. Это наша вторая серия распаковок подарков от Деда Мороза. И нам досталась сегодня младшая сестричка или старшая сестричка Бэби Борна. Давай посмотрим поближе. Что это за волосатая зеваха? Так, во. А, ну правильно, у нас есть вот такой вот какой-то. А это его сестричка. Так. Давай открывать Бэби Борна. Сейчас я ножнички возьму. Так, распаковали. В комплекте у нас идет инструкция. Но мы это читать будем в самом конце. К первому не читали, к этому не будем. Два кулончика. Такой сердечко. И маленькое. У маленького Борна тоже такое сердечко было на руке. Бутылочка. Поильник необычный такой. Набор всяких разных заколочек. Вот таких две, но я что-то не вижу, Лиза куда-то уже замылила. Две таких вот было штуки. И вот такая щетка-расческа. Вот эта штука такая удобная. Так. Плюс, соответственно, сама младшая сестренка. С челочкой. Такой же ротик, как у братика своего. Что у нас тут? Тапки снимаются. Прикольные какие-то потухи. Да, что она, значит, у нас умеет? Она умеет, по идее, плакать вот этой рукой, если вот пожмякать. А это она ничего не умеет. Просто рука, по-моему. Крутится голова у нас. Ручки, ножки. О, во, кстати, фишка-то. У братика ножки не сгибались, а у эти ножки в коленках сгибаются. Папа, прикольно. Папа, да. Дай. Да. Может, разденем, посмотрим, что там. Давай. Что-то на все в никах каких-то. Вот. О, слушай, раздевается проще, чем младший, да? Целиком, хоп, и снялась. Прикольно. А штаны? Сейчас я попробую место. Джинсики-то у нее такие, как это сказать, в обтяжку, в облепон. Так, давай покажем. Вот у нее как ножки выглядят, которые сгибаются, шарнирчики. Прикольно, как они, ну, так не двигаются, только вот так открывается, открывается. И тоже пуп есть, да? А пуп-то, тут-то пуп не рабочий, у младшего рабочий, а как же она писать будет и какать? Хотя как она, только плачет, что ли? Так, придется читать инструкцию. О, что-то у нас с глазом, все нормально. Вот наш младший представитель. Для сравнения, да? Слушай, ну они почти одинаковые. Ну это чуть-чуть больше голова, ножки разгибаются, да? Ручки, по-моему, ну чуть-чуть больше, совсем чуть-чуть. Вон у нас уже с плесенью весь. Писит и какает, но у нас уже писит постоянно, сломалась кнопочка. Так, давай посмотрим инструкцию. Знаешь, Лиза, что написано? Написано, что ей можно мыть волосы шампунем и ополаскивателем до температуры 37 градусов, что позволит их легче расчесывать. Они будут мягкими и шелковистыми. Представляешь? Еще и шампунь настоящий мыть совсем. Это самое. Малышка может пить и плакать. Вот и все. Она, оказывается, не писит никак, она только плакать умеет. А как из нее все остальное выливать? Купать ее можно будет, будем купаться с ней, волосы ей мыть, прически делать. Можно даже, наверное, косички заплетать будет. И хвостики можно будет заплетать, точно. Поить мы ее, наверное, не будем сейчас? Нет, будем. Будем? Чтобы она поплакала? Да. Ну давай, нам мама принесет водички чуть-чуть. А папа вам тоже хочет, а папа его не дает водички. На. Попробуй Алину, ой, твою Веронику, не, наоборот, вот, вот так-то ее нужно поить. Давай, пробуй, вставляй. Что, нагнуть как-нибудь, как она там да, пьет? Нажать. Нормально. Все, напилась. Напилась уже. Так. Намочилась. Сейчас вытрем. Салфетку давай сюда. Держи, держи. Так, ну, давай теперь попробуем поплакать. Там нужно такие конские усилия прикладывать, по крайней мере, к младшему.
что она плюется. О, не, слушай, Майкл, ничего себе! Ничего себе она плачет. Рёва корова. Да, ну, сама можешь надавить, да. О, смотри, как плачет. Кошмар какой, глаза у нее не закрываются. Закрываются глаза? Нет, не закрываются. Значит, открыли мы Веронику нашего нового бэби-борна, который умеет только плакать, как рёва корова, да? Глазки у нее не закрываются, но можно зато заплетать косички. Ага. Ну что, давай прощаться? Да. Ой, всем пока! Всем пока, до новых распаковок.